Продолжаю делиться с вами нашими покупками и заказами. Ну, давайте покажу, что я купила на днях фикс прайс. Просто, чтобы это стояло, хранилось, что-то могу, но что-то уже пойдет в использование, вот как пудра, кисти. И вот это средство уже для пола у меня пошло в использование. В субботу была генеральная уборка. И так каждый день вечером я мою пол и добавляю от Квалиты средства для пола и твердых поверхностей, хвойный аромат. Здесь 2000 мл. Но у него такой химозно какой-то может быть хвойный аромат, такой легкий. Пенится вообще замечательно, отлично, на ура, надо прям совсем чуть-чуть. Отлично все моет, никаких разводов, убиралась, да, протирала пыль на шкафах, ну, везде, и пол также мыла. В общем, влажную уборку делала во всей квартире выходной, ну и заодно и пол тоже моем. Так, сейчас дальше. Так, далее фикс прайс. У нас появились вот новинки. Я была очень рада и сразу прикупила, только увидела в обзорах полочек у девочек от Zozu. Это тональное средство. Тональный крем с экстрактом авокадо. Оттенок натуральный. 149 рублей. Я не раздумывая его купила. Здесь. Так, сколько у нас объем, где-то я находила. 40 миллилитров. Он вот в таком был в пленочке с людей. Я просто тут наверху срезала, чтобы достать. Флакончик такой вообще прям нежный, такой приятный. Стекло такое матовое. Наверное, стекло, я думаю, не пластик. И у него покрытие такое легкое-легкое, но хорошее в то же время. Не забивает поры. Но я, правда, на лице не пробовала, на руке. Пока сейчас другим средством китайским тоже пользуюсь, но это, думаю, на лето будет отлично пойдет. Я очень рада и думаю, что надо бы прикупить в запасы еще одно. Еще одно это тональное средство, чтобы стояло. Срок годности у него 3 года. Хороший срок. Просто пока оно есть в наличии в фикс прайсе и по такой цене, я думаю, надо просто хватать, не раздумывая. Так, вот это средство тоже стоило 149 рублей от Квалиты для мытья пола. И новиночки мыла у нас появились долгожданные. От Fresh у нас только манго в нашем фикс прайсе. Но я была этому все равно безумно рада. Крем-мыло туалетное. Манго. Fresh. Изготовление прям свеженькое. 20 января 24-го. От Эвка Косметикс. Так, тут у нас стоила она 59 рублей. Выписала уже. И вес 190 грамм. Такой. Открывать не буду, чтобы мыло не портилось. У меня не распаковка мыла видео, поэтому ну, не обижайтесь, кто этого ждет. Есть отдельное видео, где девочки распаковывают и показывают все это мыло. Я пока убираю это в запасы, поэтому открывать не буду. И появилось вот такое вот мыло. Я в обзорах пока ни у кого не видела. Мыло фигурное, дикая земляника. Может быть, оно как-то до этого было, к нам только пришло. Так, его стоимость 50 рублей. И оно вот прям так оформлено, вот как выпуклые вот эти объемные рисуночки. Ягодка тоже, вот смотрите как. И вот само мыльце я достала вам, чтобы показать. Вот такая красота. Так, вот это тональное средство идет как с пипеточкой. Такой вот не кисть, а пипеточка. Наносите на кисть, кому как удобно, кто пальцами наносит, кому как удобно, спонжиками и наносите. И сегодня получила мой заказ Zoom. Заказывала я опять вот эту пудру, уже, я не знаю, третий или, наверное, четвертый раз, если не больше, с алоэ вера. Но первый раз, когда я ее заказывала, она пришла с такими светоотражающими частичками. Смотрелась кожа просто потрясающе. Но она и так хорошая. Потом остальные разы. Так, это у нас марка. Не видно, да, какая фирма. В общем, сейчас 0,3 оттенок. У меня был 0,1, 0,2 и вот это 0,3. 0,1 приходил вот с этими светоотражающими частичками. Я думала, что я тоже 0,1 заказываю. Но почему-то 0,3 пришел. Надо глянуть, какой писала. Так, пудра 139 и кисть для макияжа по 68. Итого я отдала
207 рублей, потому что там сейчас на Джум идет такая акция, если берешь три товара в одном заказе, то хорошая скидка идет в корзине у тебя. Допустим, там колесо фортуны крутишь, там 15-20%, у тебя 10 или 30, и вот эта скидочка применяется. Но если ты берешь три конкретно товара. Вот эти пришли в одной посылке, а третья мне еще идет. Там я заказывала наклейки на кухонные вот эти все баночки специй, все, там что-то их 120 или 150 штук. На русском языке все пока идут. Уже в России, но пока не дошли. Поэтому я ждать не стала, сходила, получила, потому что пудра у меня закончилась. Она хорошая, у нее легкое покрытие, не забивает поры. В пустышках у меня, посмотрите, уже много раз было. Она мне очень нравится. Но вот все-таки хочу найти, почему мне не приходится светоотражающими частичками. И вот такая вот кисть. Никакой здесь нету фирмы, ничего не написано, но кисть мне понравилась. Мягенькая такая, нежная. В общем, здесь вот такой ворс. Так, и что-то у меня камера потухла. Вот большая. И здесь уже для нанесения. Там как для растушевки теней. Ну, а здесь для нанесения теней. Вот такая кисть. Очень приятная. Ну, думаю, завтра попробую как раз на работу. Буду собираться. Сделаю макияж. В общем, вот такие небольшие покупочки были. Решила поделиться, чтобы что-то убрать в запасы, что-то. Вот это все уже в использование пойдет. Это пока уходит в запас. Пока все, пока ничего такого интересного не было. Ну, думаю, может быть, в выходные что-то будет еще интересное. И я обязательно с вами, конечно же, поделюсь. Так что не прощаюсь. Смотрите дальше. Всем доброго времени суток. Ну, продолжаю дальнейшие наши еще покупки, какие у меня были, и уже буду выкладывать видео. Это вот в ближайшие дни. И заказы. Так, покупки в частном магазине и заказы в Валберес. Так, ну давайте по порядку. А, и Пятерочка. В Пятерочке у нас появилась вот такая новая марка. Я увидела буквально на второй день. Сначала они были без ценников, потом на второй день зашла, и оказывается, даже ценники там были больше, они мне вышли со скидкой. Уже была на них скидка. Я купила, так, вот это легкий питательный крем для тела, чайная роза и жасмин, гидролат французской розы, экстракт жасмина, масло ши. И вышло мне за 119 рублей. Так, объем 190 миллилитров. Аромат прекрасный, такой нежный, нежный розы. Да, какой-то цветочный, кремовый, такой сладкий, но очень нежный. Цвета розового оно вот такого идет, этот крем. Ну, думаю, что будет как раз на лето. И очень красивое оформление, такое мне понравилось. Поэтому я сразу и купила. Ну, флажок вроде бы как Франции или где там произведено, но что-то непонятно, не нашла. Это новый такой бренд. И от этого же бренда Beauty Ферма Organic скраб для тела шоколадный, моделирующий. Вот такой вот я прикупила. Темный шоколад, лесные орехи, питательные сливки. 100 миллилитров и за 99 рублей эта баночка вышла. Ну, я думаю, неплохо. Так, затем в частном магазине вчера я купила для мытья посуды, увидела, капля у нас появилась, давненько не было, бальзам. Я взяла с ароматом розы. Там еще два вида были, уже не помню какие, новая улучшенная формула, 500 грамм. Но аромат прям розы, вот такой вот, может быть, как болгарской, вот, но он такой не сильно, так, не противный, не удушающий. Я уже брала такой давно бальзам, вот увидела, купила. Так, он стоил 70 рублей. Дальше в этом же магазине частном для стирки я купила кондиционер. Вот такой вот повторила Атлам. Я сначала заказывала на Озон большой 2-литровый, это литр. Цветочный бриз, кондиционер, эффект антистатика, сохраняет структуру ткани. И опять я взяла так, цветочный бриз. Вот. А там был еще какая-то свежесть. Ну, голубой такой, 220 рублей вот он стоит, 1 литр. Ну, аромат от белья просто потрясающий идет, и потом даже остается немножко на белье, и когда вешаешь прям на всю квартиру аромат. И там же от Aroma Drop взяла вот такую новиночку, гель для стирки ароматерапии с кондиционером, цветочный микс, парфюмированный, но вот именно вот с цветами не было, я не видела с такими, тут пионы, орхидеи. Ну, аромат потрясающий вообще, просто 2 в 1. Объем тоже 1000 грамм.
И цена 226 рублей была. Буду покупать. Там еще были другие два вида. Ну, вот этот я, кстати, последний взяла. Один он стоял. Аромат вообще потрясающий. Прям цветами такими. Пионы, что-то еще. Вот прям сладкий-сладкий цветочный. Так, там же еще в этом частном магазине. Десерты красоты взяла. Нежно увлажняющее молочко для тела. Ванильный капучино. Зеленый кофе. Масло какао. И ароматная ваниль. От Фитокосметик. Уже все их давным-давно покупали. Уже все истратили. Многие ругали. Я все как-то не брала. 220 мл. Этот раз решила взять. 181 рубль. Думаю, кто-то даже хвалил из девочек. Я решила взять. Там всего два вида было. Инжир и еще что-то. И вот этот вот. Ваниль и вот зеленый кофе, масло какао. Вот я решила купить вот эту красоту. Давайте уберу. И на Валберес сегодня получила свои там три заказа. Пудру вот эту корейскую заказала, которая нашумевшая уже, все покупают. Так, я взяла пудра 3D сияние с гиалуроновой кислотой вроде бы. Сейчас минуточку я открою. За 340 рублей я ее покупала. Да, с гиалуроновой кислотой. И тут как бы немножко 3D сияние, как легкое такое будет сияние. Ну, я немножко на руку нанесла дома, попробовала. Тут я вот уже сняла, была наклейка. Первый тон стоял 0,1. Не знаю, оттенок. И вот поворачивается крышечка. И вот открывается. Можете насыпать. Я какую-нибудь баночку приспособлю для нее. Ну, давайте немножечко насыплю. Показать вам. Ну, легкий оттенок. Прям чуть-чуть пудрочки. Это прям легкий такого натурального оттенка, но прям шелковистая структура. Даже на пальцах кожа какая-то шелковая становится. И легкий такой приятный аромат. Буду остальные еще хочу взять, но взяла вот пока вот такую вот. И помаду. Также я себе выбрала, заказывала Perfect Color Lipstick La Rosa. Оттенок 526, но это китайская, но выполнено все отлично, все написано. Можете посмотреть. Оттенок очень красивый. Мне понравился. Такой приятный аромат какой-то, знаете, как миндалем. Вот. Красивая такая помада. Сейчас нарисую. Мне очень понравился оттенок. Там много оттенков. Она мне обошлась 146 рублей. С кошельком Валберес еще подешевле у вас. В общем, красивый оттенок. Люблю я перламутровые помады, увлажняющие такие, стойкие. Не беру, они не сушат губы, просто кожу сушат. Не беру вот эти матовые. Так, и купила я себе, заказывала осенние ботиночки. У нас уже все тает, уже прям резко так все. И я, ну, я там их мерила на пункте выдачи, покажу вам. Так, ботинки, ну они утепленные. Я ссылки все-таки под видео выложу, вот эти все, которые с Валберес. Будете смотреть, вот такие вот они. На ноге смотрится прям вот плотно сидит вот это голенище, очень красиво. Я вот и на отзывах смотрела фото. Прямо замечательно, удобно. Никаких замков, никаких шнурков, никаких. Вот за счет вот этих вот резиночек вот и одевается. Тут утепленное вот идет. Вот видите, как мех как раз сейчас вот еще на прохладную погоду носить просто будет. Ой, помаду сейчас там все ставлю. И подошва мягкая, прорезиненная. Также смотрела отзывы, что не скользит. Такую брала повыше, потому что грязь, слякоть на тоненькой не беру. Тонкая она и скользкая, и ноги подмерзать будут, и будет мараться сильнее обувь. А это самое то. 38 размер я взяла. Очень мне понравились. На ноге одела, просто замечательно смотрится. Можно будет и брючки наверх одевать, даже не видно будет, как ботиночками. Ну, и так ботинки и есть. Демисезонные они, как весна. 2024, вот я увидела на Валберес. Вот такие выбрала. Они мне обошлись в 1198 рублей. Тоже по с Валберес кошельком были чуть дешевле. В общем, вот. Отлично все выполнено. Мне очень понравились. Ну, завтра первый раз одену уже на работу. В общем, вот. Такие были покупки, заказы. Я с вами поделилась. Кому понравилось данное видео, ставьте лайк. Пишите ваши комментарии. Может быть, что-то вы тоже из этого покупали, заказывали. Также будет мне и всем остальным зрителям почитать. Подписывайтесь, кто еще не подписан на мои каналы в YouTube и в Яндекс.Дзен. Буду очень рада видеть вас всех. Ну и следите за другими видео на моем канале. Также завтра, наверное, сниму пустые баночки.
Так что всем до новых встреч, до новых видео, всем всего доброго, теплой, красивой, яркой весны. Пока-пока.